Быть здоровым – это целая наука. Для того, чтобы сформировать свое здоровье, необходимо постоянно совершенствоваться, как физически, так и духовно. Такую формулу в Международный день здоровья озвучил ветеран здравоохранения Каирбек Тохтаров. Каирбек Тохтаров трудится в сфере медицины чуть больше 40 лет. Свой профессиональный путь мужчина начал в Кызылординской области, а по истечении некоторого времени переехал в родной Актобе, где занимал различные должности, начиная от врача-реаниматолога до депутата областного маслихата и главного врача городской поликлиники. О своем выборе отец пятерых детей не жалеет. Говорит, это по зову сердца. Старший брат мой закончил мединститут, и по его стопам пошли мы в эту сферу, и ни в чем, конечно, я не жалею. Профессия, которая делает людям добро всегда. Поэтому считаю, что я правильно выбор сделал. Сегодня почетный врач нашей области, несмотря на свой почтенный возраст, старается поддерживать здоровье как физически, так и духовно. Особенно это важно в такой непростой период, считает Каирбек Насирович. Человек, вообще человеческий организм рассчитан на больше 100 лет, да, говорят сейчас наука. Ну, в основное место здесь играет, конечно, здоровый образ жизни. Вот мы, например, молодежь того времени были, занимались спортом. Я вот, мне 61 год пошел, я до сих пор этим занимаюсь. Бег, тяжести, это, я думаю, что дает мне чувствовать себя в форме всегда. Вот эти некоторые заболевания, которые происходят от гиподинамии, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Когда человек спортом занимается, вот эти все дела нормализуется обмен веществ, тренируются сосуды. Поэтому и молодежь призываю, и не только молодежь, заниматься спортом. Напомним, 7 апреля жители планеты отмечают Всемирный день здоровья. Поэтому вести здоровый образ жизни – это не только полезно, но и модно. А современный стиль жизни – это отказ от вредных привычек, здоровые приоритеты и имидж, заключил медицинский работник. Мерикя Мангель, ДХЗ, Руслан Ельтаев, телеканал Актобе.